Всем привет! Вы видели, сейчас перекусил сам. Ну теперь надо друга накормить. Подругу, вернее, вот это вот. Уйди. Ну вот, наложил покушать, между тем, как ложил, поставил воду фильтроваться. Чё то я? Уйди. Уйди. Вот здесь вот. Давай, кушай. Вчера был сын, говорит, папа, она хорошо выглядит, так матёра. Ну, я тоже смотрю. Ну, я ему говорю, я вот здесь вот на этом, на хребте нее пробую. Если как только начинают косточки проявляться, значит, я рацион увеличиваю. Ну, то есть побольше кушать даю. Поэтому она и хорошо и выглядит. А вот убирался я тут теплицу. Он опять снега намело. Ну хоть не 80 сантиметров. Сегодня у меня важное мероприятие. Позавтракал, собаку накормил. Погнали. Сегодня утро, с утра опять снежок выпал. Ну, чтобы не притоптать его, чтобы потом не долбить, надо подмести. Ну вот, я опять в пути. Сегодня я двигаюсь. Не сегодня, а в этом году, в эту зиму, я двигаюсь в основном пешком. Знаете, как-то вот не напрягает, когда все стараешься заранее предугадать, вовремя сделать. Вообще классно. Сегодня мне надо подстричься, я уже говорил, и зайти в магазин, купить подарок Тане, снохе нашей. Нашего сына, жене, кому непонятно. Пытаюсь выбрать короткий путь через речку. Я уже как-то показывал вам. Вот видите, тропинка тут. Сегодня только один человек прошел. Я второй буду. Через лес, через речку. Ну, чтобы крюк не делать. Да, конечно, тропиночка узенькая. Смотрите, как она петляет здесь. Когда-то была себе вполне ничего дорога. Ну, вон там повыше. В 90-е годы, начало 2000-х. Сейчас все же на машинах. Типа пешком ходить не надо. Но все равно люди ходят. Это вот я сейчас приближаюсь к реке Чесноковка. И вот этот мост такой, из труб он сделан, из больших. Я не знаю, мы здесь уже, я говорю, 26, наверное, уже лет. Да, 26 в этом году исполняется. И таких мостов я знаю, ну, 5. Ну, то есть людям, чтобы было удобнее ходить в любом месте друг к другу. Здесь производство раньше было. Такое городское автотранспортное предприятие. Народу много работало на этом. И такси было, и все. А сейчас... Ой, ладно. Это Россия. Мост никто не чистит. Раньше чистили. Иду вот по этому мосту, еще думаю, ну как его еще не сдали на металлолом, а? Смотрите, железо какое. Речка замерзла. А, все-таки под мостом не замерзла. Видите? Все-таки рядом здесь не замерзла. Хотя и везде лед. Вот мне еще вон туда идти. А вот здесь, смотрите, вываленный снег.
Ну, видимо, снег возят из города, вываливают сюда. Вот поэтому здесь, может, и народу сейчас немного ходит. Потому что завалили, вон даже дорогу прорыли, чтобы можно было самосвалов, вот этот снег, самосвалов выгружать. Вот она, видите, дорога. Привет. Ну все, ребята, подстригся я, посмотрим на меня. Вот он, красавчик, как у меня. Как уже меня подстригали, да, меня дружбан подстригал. Еще и накормил, вот что. Короче говоря, сейчас шапку одену. Себя привел после Нового года. Первая подстрижка, 13-го. О, сегодня уже у родственника день рождения, надо позвонить. На улице совсем потеплело. Сейчас минус 8. Снежок такой пошел. Хорошо дышится. Так что продвигаемся. Вот сейчас иду по этим снегам. Типа лес здесь. Люди, которые смотрят, подумают, ну в лесу живут где-то. Да нифига, просто я иду окольными путями. То есть не обхожу по дорогам, по центральным, а иду как короче. Сейчас вот посмотрите, я вам покажу другие места нашего города. Вот так вот сейчас смотрите. Может быть, поделка? Да. Положено у нас. Какая наряжена? Не, я ничего, я просто спрашиваю. Расположено. У вас инструкция. Все, можем убирать. У нас хуже, чем в тюрьме, наверное. Это вам кажется. В тюрьме еще хуже. Это точно. Да, можете убирать. Карточку мы сейчас закажем с вами, она будет готова примерно через 5 рабочих дней. Но реквизиты карты вам дам сразу. А я ей также могу пользоваться, как обыкновенной картой, да? Да. То есть ставил банкомат, снял деньги, да? Угу. Угу. Я у них попросил документы, вот они мне дали какой-то. Что это такое, не знаю. Кредитная карта нашего банка есть у вас? Ну как кредитная? Просто я вам покажу, какая. Ну, я просто не знаю, кредитная она или какая. Деньги на нее. Ага, нет, обычная. Ее будет другой, нету. Какие кредитные карты? Что это такое? Это когда банк дает вам карту, на ней денежные средства. Вы можете рассчитать себе, допустим, в магазине, и в течение 50 дней, льготный период, у нее вернуть обратно быстро. Для чего это? Вдруг не вернул, да? Потом посадили на счетчик меня, да? Нет. Вернуть-то вам в любом случае придется. Просто, допустим, закончилась зарплата у вас. Чтобы не эти 500 рублей не занимать у соседа, вы взяли... Лучше занять у Сбербанка, да? Да, рассчитались, на самом деле, удобно. Нет, я рассчитываю на то, что есть у меня. Есть? Потребительским кредитом у нас сейчас ставки снижены. Нет, тоже не надо. 10 рублей есть, вот на 10 рублей живут. Если нет, что-то думаю. Вот вы мне расскажите, вот эта кредитная карточка, предположим, рассчитаться, по-моему, за 50 дней, да, там я что-то слышал. Угу. Почему не за 60? Так придумали. Нет, это маркетинговый ход, скорее всего, потому что через 60 это
две зарплаты, да? А, человек. А вот через 50 он уже до второй не дотянул. Потом сколько процентов? Скажите. Вообще 25,9. Процентов, да? А вообще... Годовых. А вообще сейчас кредит по что дают, под какой процент? Ну, вот минимальный можно взять. Мне постоянно смс приходит. 12,9. Вот, а зачем мне эту карту, если я могу процент взять? Другой банк. Вы уже не пока пойдете в банк, пока оформите. А сколько оформит кредит у вас? Вот я захотел. Ну, вообще заявка от 2 часов до 3 дней принимается решение. Ну, до 3 дня я что-нибудь сам вижу. Так, смс вам нужно будет к той карточке? Нет, ничего не надо. Я зайду в личный кабинет также, да? Да, да, он так же. Угу. Активировать ее здесь можно, да? Угу. Сейчас я вам карточку найду, там, когда я... Я понял. Вы сейчас мне просто вот этот листочек дадите, счет. Видите, приятно работать, вернее, общаться с человеком, который в курсе. Там сидят, только глазами хлопают и не знают, что там. Еще и обижаются, как будто я им в карман залазил. Я же спрашиваю просто. Биометрические данные в банке оставляли свои? Ваше фото и ваш голос? Я не знаю, нет, наверное. Зачем? Проверим. Надо. У нас сейчас в банке... каждого клиента воруют. Собираем биометрические данные. Допустим, вы позвоните на горячую линию. Бывает, надо заблокировать там карту там, или потеряли, или еще что-то. Угу. Там же просят назвать кодовое слово. Угу. Бывает, часто забывают это кодовое слово. Угу. Они по вашему голосу распознают, что это именно вы звоните. У нас же голос. А вы знаете, у меня случай был со Сбербанком 2 года назад. Я ехал на велосипеде, думаю, дай-ка я заеду, мне нужен был какой-то реквизит. А, вот как раз выписку какую-то. Угу. Я говорю, вот смотрите, у меня есть... А у меня паспорта не было с собой. Mm-hmm. Я знаю кодовое слово. Я там знаю там еще что-то, я уж не помню. Mm-hmm. Стена не пробит. Mm-hmm. А зачем тогда вот эти все? А это в будущем хотят сделать. А чтобы это сделать, нужно же собрать всю информацию от каждого клиента. В будущем говорят, что вообще будете подходить, у вас будут специальные камеры стоять, вы просто посмотрите, и паспорт не нужно. Вот вчера слушал новости американские, и там говорят, вот эти вот сбор биометрических данных, личных данных, они протестуют, и какой-то сделали закон, что теперь каждый житель имеет право контролировать, ну, через интернет специальную программу, им это выдают, какой-то личный кабинет, ну, не обязательно там Сбербанк или еще где-то, вообще, по всей стране, что о нем известно в сети, и он может удалять, а у нас, наоборот, собирают. А еще новость. С Нового года минимальная зарплата в Соединенных Штатах за 1 час $15. Это в месяц 2500 долларов. Вот посчитайте, сколько. Минимальная. Да, как я просто, между прочим. Ну, вы согласны информация сайта голос? Если не соглашусь, ничего не будет. Ну, тогда не соглашусь. Каждый раз просто вам будут предлагать при каждом посещении банка. Ну, пусть предлагает. Я каждый раз отказываюсь. Хорошо. Я же могу в любой момент прийти и оставить, да? Да, конечно. Скажите контрольное слово. Вот, предположим, я эту мир потеряю. Восстановление платное, да? Нет, бесплатно. Бесплатно? А, ну если вы потеряете, то платно. Там 70 рублей. Да, 150. А если украдут? Тогда бесплатно. А как доказать, если украли? Полицию заявление, да? Все это. Ну да. А вот смотрите, мне сделали карту, что вот так приложишь ее, и до 1000 рублей можно рассчитаться, да? Угу. Вот я ее потерял, человек нашел и 10 раз приложил, и денег нет. Если потеряли, можно блокировать. А вдруг я его схватился через ключу? СМС на телефон приходит об оплате. Мне не приходит. Да. Это печально. Вот. Не терять лучше, да? Да, очень не терять. Все, я больше не нужен, да? Все, не нужен через 5-6 дней. К вам же прийти? Ну, вы берете талон забрать карту, можете ко мне подойти. А есть у вас, например, книга отзывов? Книга отзывов? Да, есть. И там вот в углу. Я напишу, что вы меня очень хорошо обслужили. Да. Чтобы, может, вам премию дадут, мало ли. А где, говорите, эта книга-то? Такая вот книга отзывов и предложений.
такое обращение написал. Хочу поблагодарить Агаеву Юлию Юрьевну за отличное обслуживание и проявленный профессионализм и грамотность в общении со мной, клиентом вашего банка, Сбербанка, то есть. Если можно, поощрите ее, как говорится, японцы говорят. Как говорят японцы, кадры решают все. Иду вот здесь по площади, по центральной Новоалтайска. И не могу такую картину заснять. На улице достаточно тепло. А голуби, смотрите, никого не боятся. Прикольно. Новый год прошел. Вот она, елка. Кстати, каркас у нее металлический. И воткнуты маленькие елочки. Вот такая вот горка сделана, деревянная. Видите, полита сверху чем-то. Я как-то с Ларисой разговаривал, она говорит, там тоже горки деревянные, ну, в Америке, только намазанные чем-то, чтобы на занозы не попадали. Обед только что закончился. Клиент с талоном по 16. Подойдите. Вот это у нас центр Новоалтайска. Видите, как завалило все. Старый центр города. Там завод ОВЗ. Раньше его 10 продавали, вот как с той стороны там заходить, маленькая старушка. Ну, давай это будет. Ладно, спасибо. Есть что такое интересная штучка. Как-то же она приводится. Гусеничный модуль 29 тысяч. Интересно, для чего это? Может быть, ставить эти вот. А, вот она цепь. Вот она цепь. И куда-то цепляется. Понятно. Это вот такая пешеходная дорожка. Видите? Очистили. Да, нынче снега на Алтае очень много. Это еще середины зимы нету. Кому интересно, цены на бензин 92-й, 41-25, 95-й, 43-35, 98-й, 48-85. Дистоплива 47-90, представляете? В советское время оно, ну не в два раза, но процентов на 30 дешевле стоило. Там же перегонок меньше всяких. А потому что коммерческий транспорт весь дизельный. Да. Ну вот, я вчера ходил по делам к Сергею Дмитриевичу. Подстриг он меня. И вот сегодня, как я и говорил, захожу в магазин. Вот этот магазин. Пять элементов. Пятый элемент называется. Пять элементов. И это посмотрю кастрюльку Тани. Заметили, сколько покупателей в городе Новоалтайске? Это вот везде торговые ларечки, где-то открыты. Сейчас в посуду зайдем. Посуда Гра. Посуда Гра. Ну вот есть 3,5. Много.
Ну вот 2,6 это, наверное, это 1101, да? Да, 1101, и еще скидка у нас 15%. Дешевле будет. Угу. Так. А вот это... 2,6 литра, 970. 970, тут тоже скидка, да? Да, тоже. Тоже 15%. Это 2,6 литра, да? Угу. Там внутри даже эти есть. Измерять. Угу. 2 литра. Тут нету, да? Есть тоже, да? Угу. Вот эти дороже уже, да, идут? Эти потяжелее, это да? Большая. А вот 4,9. Это? 3,8. Угу. Вроде кажется, это должны потяжелее быть они. Мне кажется, эти потяжелее. У них, видите, дно тут немножко другое, более утяжеленное, наверное. Угу. Это 1141. Угу. 3,8. Угу. Да мне жена послала, она сама не здесь сейчас. Вот ездит. Говорит, купи. Вот откуда я знаю? Можно фотографию показать? Можно, конечно. Ну, мне кажется, вот такой нормальный вариант. Вот. А в отдельно можете его показать, а? Еще ключ. И вторую тоже. Которая да, поменьше, да? Да, 900, да, с чем-то. А еще вот тут вот покажите, вот 3,8 хотя. Блин, все отсвечивает, как в зеркале. Mm-hmm. Не поймешь, что футер. Спасибо большое. Ну если что, я завтра к вам приду. Вы работаете завтра? Да. До скольки вообще? За день до 7, с 9 утра до 7 вечера. Скидка до конца января будет у нас. 15%. Вот смотрите. Был в Сбербанке, оставил отзыв положительный. Не прошло и часа, уже мне пришел ответ. Уважаемый Юрий Григорьевич, спасибо за ваш положительный отзыв. Он является лучшей оценкой нашей работы. Вот видите, как говорится, хорошее слово и собаке приятно. То есть... Когда что-то плохое напишешь в Сбербанк, они долго отвечают. Было у меня с ними. А сейчас они махом прямо ответили. И написали мне, что они очень довольны. Вот так. Да, кстати, девочки. Вот я вам сейчас показал кастрюли. Как Лариса любит. Девочки, пишите, кому больше какая понравилась. Вот там 3,6, 3,8 и 2,6. Цена примерно одинаковая, от 990 с чем-то там до 1145. Ну и еще, говорят, будет 15% скидка. Мне кажется, кастрюльки неплохие. Ну вот еще Лариса. Конечно, последнее слово за Ларисой будет. Я в них все равно ничего не соображаю. Вернее, соображаю, но мне без разницы, какого она цвета, калибра. Хотя, наверное, если бы постоянно сам готовил, было бы не без разницы. Сейчас вот начал сам готовить и сразу почувствовал, как не хватает кастрюли. Такой. Вот, я бы вот сейчас нам с ручкой взял, с такой длинной, потому что она не нагревается. И как бы руку не обжигаешь. Все, идем до дому. Такой вот я влог вам сегодня покажу. Всем пока. Пишите. Сегодня 14-е, то есть сегодня же Новый год. Вау, я как бы не то, что забыл, но до меня только сейчас дошло, во второй половине дня, что сегодня Новый год. Тут у меня еще, конечно, дело сегодня к судебным приставам зайти. Там они по решению суда. Я считаю, решение суда незаконное. Вот она, это контора судебных приставов.
решение суда незаконное, потому что приняли его в отсутствии Ларисы. Вот смотрите, киоск, который у нас уже нагребли кучи выше киоска. Вот как мы его будем убирать отсюда? Не подъехать, не подойти. Смотрите как. Вот так вот. Зато вот таким сетям зеленый свет. Конкуренция офигительная. Так, ну вот я вернулся со своего похода. И теперь сделаю вам обзорчик своих продуктов. Вот это все стоит 806 рублей. Давайте. Яблоки Golden. Ни хрена себе. 138 рублей она мне посчитала. По-моему, они дешевле были. 138 рублей. Взял я всего, значит, на 79,90. Там вроде я брал и по 90 рублей. Ну ладно. Пусть 138. Далее. Сыр сливочный. 93 рубля. Килограмм 489 стоит. Вот такой сыр. Сыр сливочный. Что-то 50%. Продукт без заменителя молочного жира. О, видите, уже пишут. Везде все заменяют. Далее. Яблоки Red. А, она мне одно яблоко взвесила по 11 рублей, а второе яблоко взвесила, вернее, 79,90 одни яблоки, а другое, а другие яблоки 109,90. То есть на 11 рублей, на 91 рубль 22 копейки. То есть вот здесь вот два разных яблока, вот белое и красное, не знаю, наверное, красное стоит дороже, по 109 рублей, а белое 79,90. Не белый, а вот такой вот. Такой вот. По вкусу не знаю, посмотрим. А вот эти вот подороже. Так, дальше. Печенье овсяное, 3 пачки, по 29,90. Вот оно печенье. Раз, два, три. Давай-ка я уберу все, что уже прокричал здесь. Сыр убрал. Дальше. Кефир «Молочная сказка». Барнаульский молочный комбинат. 1% кефир. Стоит 46 рублей 90 копеек. Вес 930 грамм. Дальше. Молоко. Молокосодержащий продукт. Во. Массовая доля жира 5%. С заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога. Ну, ё-моё, ты пошарый, купил, блядь. Купил херню, короче. Опять. Так, молоко «Белый замок», 47,50. Это вот оно, молоко. Убираем. Я думал, это творог, а это какая-то Х. Эмульгаторы Е471, Е322. Не знаю, может, заменю, что ли. Что-то он какой-то надутый. Ладно. Сардельки барнаульские. 184 рубля. Барнаульский пищевик. Вот сардельки говяжьи. 184 рубля. И вес их тут 450 грамм. Так. Это тоже уберем. Остается у нас большая сосиска. Вау. Большого города что-то. Сосиски большие. Соси называется. Соси. Соси, короче. 123,50. Вот это стоит 123,50. И виноград. Цена винограда 71 рубль. Килограмм 164. Вот так вот, ребята. Девчонки и мальчишки. Вроде бы немного, 800 рублей. Если это перевести в доллары, это получается 10, это 600 рублей, и третья часть это где-то
$13. На $13 я купил вот этот вот товар. Вроде бы немного. И, понимаете, вчера прошла новость. Я посмотрел по Соединенным Штатам. Значит, 2020 года 20 штатов уже ввели, а остальные введут в течение года. Минимальная заработная плата в стране $15 в час. Это я посчитал, если перевести на месяц, в месяц 150 тысяч рублей. Минимальная заработная плата, представляете? Ну что тут можно сказать? Развести руками и сказать, что, как у нас любят говорить, американцы нехорошие люди. Ну какие же они нехорошие, ребята? Они все для народа стараются. Хотя бы, чтобы народ был доволен. Ладно, всем пока. Мое любимое ореховое масло. Никогда не думал, что оно у меня будет любимым. Когда первый раз зять привез, я попробовал. Мне показалось такое г. А вот за эти годы распробовал. Очень такое, знаете, классное, сытное. Земные орехи, знаете же, таких в скорлупках. Очень вкусно. Сейчас я пришел после своих дел, которые я делал, снимал влог. Обязательно в этот влог поставлю. А сегодня Лариса загрузила видео, которое, как она мне пишет, снимала в несколько заходов. А знаете почему? А потому что она заболела гриппом, наверное, или я не знаю, чем она заразилась. Вроде как от внука, не знаю, брать не буду. Вот. И видео-то снимать надо, на канал ставить надо. Канал, чтобы был живой, и его нужно постоянно закидывать видео. Если не будешь закидывать видео, перестанут приходить уведомления. Поэтому она через силу, как бы через не могу, записывала видео. Поддержите канал лайками. Поддержите просмотрами. И мы в долгу не останемся, будем делать и делать. Всем пока!